Алло, привет, Кисулик. Слушай, сейчас с ребятами пойдем все пивка посидим, побьем. Ты что, совсем охренел? Куда ты там собрался ехать? Я говорю, домой сейчас еду. Буду через 15 минут. Ты чего? Юр, вся квартира в пыли. Помой, пожалуйста, пол. Что, прости, помой? Я кто, мужик или баба? Я не собираюсь тут брать какие-то тряпки. Юра. Достал. Так, Юра, я в ресторан с подружками, буду позже. Если ты сейчас уйдешь, то когда ты вернешься, меня уже здесь не будет. Господи, не выдумывай еще, давай. О, привет, ты чего тут стоишь? Еще раз такое повторится, и ты меня точно здесь не увидишь. Лиза, все мои друзья меня считают подкаблучником, они меня за тряпку считают, мне очень тяжело с этим жить. Юра, ну что ты слушаешь этих дурачков? Какой подкаблучник? Достал уже, блин. Салатик через 15 минут будет готов.